Заходите. Вас можно сказать поздравляю. Баракала. Дай Аллах, чтобы от вас для людей был баракат. Да. Смотря на вас, на вашу работу, сейчас весь мир дает оценку Дагестану и дагестанцам. Поэтому вы должны быть в форме во всех отношениях. Мы ваши помощники. Баракова. Мы все вместе, как единое целое, должны эту работу проводить. И наш менталитет нас обязывает гостю всегда встретить. Это одно из важнейших, да, одна из важнейших традиций, наше обязательство всегда встретить гостя. Сейчас в первую очередь надо, чтобы вот эти все требования, которые нужны для обслуживания гостей, вот эти условия надо создавать. Они же в каждое селение, каждый район ездят, эти туристы. А там должны быть соответствующие условия. А здесь, когда будут совсем противоположные, с каким впечатлением отсюда уйдут? То, что мы их приняли, они забудут, когда они условия увидят. Я надеюсь, мы совместными усилиями сможем вывести на новый уровень.